завтра. Мы сейчас поиграем, а там потом, а потом либо объявим, либо разведемся, опять там поженимся. Мало кто знает, что у этих успешных и знаменитых женщин за плечами столько невзгод. Ну, артистка — это значит нехорошая девочка, очень нехорошая девочка. Несколько разрывов с мужчинами. Мне казалось, что я вырвусь туда, и это все закончится. Тяжелые болезни. Вот чистейшая случайность, вот такое стечение обстоятельств. Ошибки, совершенные в молодости. Это была трагедия, когда узнали мои родители. Любовь, которую теряли. Юра был не мой человек. И это чувствовалось во всем. С этим переспала, с этим переспала, с этим. Я пришла домой, плачу. Он говорит: что ревешь, что ли? Я говорю: ты понимаешь, оказывается, я вот и с этим переспала. Он говорит: господи, да какой же я счастливый, что мою жену все хотят. Очень много было травм, очень много было всего именно с Костей. И неприятных моментов жизненных, и огромное количество абортов всяких. Это интересно. Вы не можете быть русской? Я говорю: почему? Да почему же? Извините. Неизвестные жизни известных женщин в документальном цикле «Частная история». Завтра на ТВ Русь.